Северная Корея обещает уже в мае закрыть ядерный полигон в Пунгери в рамках планов по денуклеаризации полуострова. В Сеуле говорят, что об этом лидеры двух Корей договорились во время встречи в демилитаризованной зоне. В ходе межкорейского саммита председатель Северной Кореи Ким Чен Ын сказал, что КНДР в мае закроет северный объект для ядерных испытаний и обеспечит открытость этого процесса для международного сообщества. Ким Чен Ын пообещал пригласить для этого в КНДР международных экспертов по безопасности и журналистов. В декларации лидеров Северной и Южной Кореи сказано о намерении полностью свернуть ядерную программу. Кроме того, Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын заявили, что уже до конца года хотят заключить мирный договор.